Всем привет! Представляем триммер OMAX 31311. Это бытовая модель небольшой мощности. С ее помощью можно окашивать небольшие лужайки, косить траву возле клумб или под деревьями. Триммер оснащен двигателем мощностью 300 Вт. За один проход скашивает полосу шириной 25 см. В качестве оснастки используется леска. Подача и подрезка лески выполняются автоматически. Инструмент прост в использовании и весит около 1,5 кг. Для перевозки штанга разбирается. В комплект входит защитный кожух и катушка с леской.